Доброго времени суток, друзья. Меня зовут Дерза Александр. Я занимаюсь интернет-бизнесом довольно давно. И хочу в этом видео дать небольшой отзыв Вячеславу Вапилкину. О Вячеславе Вапилкине, ну, так скажем, рассказать. Вот. С данным человеком я знаком уже, ну, более полугода. Общаюсь периодически через ВКонтакт. И тут некоторое время назад, буквально 2 недели назад, он решил поучаствовать в моей партнерской программе. Вот, я открыл партнерскую программу, в данном случае именно вот по продвижению книги по Инстаграм, по продвижению, как бы, ну, по рекламе в Инстаграме, да, и он решил прорекламировать в своей рассылке мой продукт. Вот. Сейчас я могу вам показать мой магазин в JustClick, да, партнерский магазин, как видите, здесь партнеры магазина показаны. И вот Вячеслав у меня сейчас вот в данный момент за последние 2 недели на первом месте. Вот, привлечено было 3431 клик был сделан, да, из его рассылки, и привлечено 1997 e-mail. Вот, при этом было 33 оплаты продуктов, и уже даже часть комиссионных было выплачено мною. Что я хочу сказать, что Вячеслав, во-первых, не использует никаких спам-методов, он использует только свою e-mail рассылку, подписчиков у него действительно, как оказалось, довольно много живых подписчиков, которые покупают инфопродукты, которые подписываются и читают письма, потому что открываемость писем тоже, я как бы заметил, что возросла, вот когда я стал отправлять письма. И люди, в общем, ну, адекватные, от него приходят адекватные клиенты, есть, как бы, которые покупают и дорогие продукты, и недорогие, но, как бы, смысл в том, что моя задача была привлекать именно подписчиков, и эту задачу Вячеслав прекрасно выполнил. Вот, с человеческой же стороны хочу характеризовать Вячеслава как положительного человека, приятного в общении. Мы общаемся через ВКонтакт, всегда есть о чем поговорить, адекватен, умен. И отдает себе отчет во всех своих действиях. Вот. Поэтому, если вы, допустим, решили, ну, присоединиться к партнерской программе Вячеслава, да, поучаствовать в его партнерской программе, то без всяких, лишних мыслей можете это делать. Это надежный человек, адекватный и всегда готов, как бы, пообщаться по делу, всегда готов помочь, если, ну, какие-то проблемы возникают, вот именно, ну, там, партнерстве, да, так скажем. Вот, на этом, в принципе, все. С вами был Дерза Александр. Вячеслав, тебе успехов. Всем пока-пока.